Друзья, всем привет! Предлагаю вам вместе со мной поучаствовать в распаковке данной посылки. Посылочка у нас новороссийская от группы Орхидейка. Посылка шла с деком, шла почему-то долговато по непонятной мне причине, что-то ее куда-то там сначала вроде с Ростова отправили в Волгоград, и я уже ждала ее вот-вот, потому что с Ростова, в принципе, с деком до Волгограда сутки идет. Ну нет, ее уже отправили в другой город, потом в другой город, из того города уже отправили мне. Я написала об этом продавцу, говорю, как-то странно, но продавец мне ничего не ответил. Это накладная. Так, и посмотрим. Здесь две орхидейки. Оплатила и ждала отправки. Отправки долго не было, видимо, по той причине, что орхидеек еще не было на складе у самого продавца, скажем так. Вот. Потом, когда мне выставили счет, я его оплатила, и тоже пару дней мне не отвечали. Но потом написали, что да, получила. Ну, хорошо. Получила и попросила я фотографию орхидеи. Слава богу, мне ее сделали, но на вопрос тот, что говорю, как-то мне вроде там хорошо, как-то там не очень мне было понятно на одной орхидейке. Ну, мне ничего не ответили, но надеюсь, что все-таки все будет тут хорошо. После череды неприятных сюрпризов посылок, посылках именно с такими орхидеями, это беглит очередной, я переживаю и очень уже с большим таким волнением открываю каждую посылку, каждый вот такой вот кулечек, свиток, тубус, как хотите назовите, с переживанием. Потому что орхидейки доходят что-то вообще как-то крайне ужасно. Не все, но вот было у меня тут, кто видел на канале, несколько таких распаковок. При этом вы понимаете, что это же не новый продавец. У продавца я заказываю уже не первый год и не один раз. И все как бы до этого бывает отлично. И фигас, вот так вот раз... Непонятная реакция и непонятное качество. Давайте посмотрим эту орхидейку. Заглянем в горшочек. Здесь у меня не вызывало никаких вопросов, в принципе, по фотографии. Вот, хорошенькая розеточка. Коринка упала. Вроде чистенько тут. Подожди. Да, розеточка чистенькая, там просто мусор. Орхидейка заваливается, сама не стоит, потому что тяжелый цветоносик. И давайте посмотрим наверх. Сейчас, оператор, доченька. Так, это вот такой вот беглипушка. Прошу прощения за шум, вы знаете, у нас тут стройка идет. Вот такой вот чудный беглип. Знаете, почему взяла? Мне напомнил расцветкой а-ля Лилас. Сейчас, секунду, как-то засвечивает. Не надо крутить, дочь. Хочу поймать цвет, но нет. Вот такой вот. Сейчас покажу Лилас, если кто-то его не помнит. Вот он мне напомнил его расцветочку. Переверни-ка. Доченька, нет, вот сейчас. Вот он, да, вот, но все-таки он бледнее. На фото продавца он как-то, или, ну, на фото продавца и садовника он был поярче. Сейчас Лилас принесу, покажу. Вот про эту орхидейку я вообще речь веду, но если посмотреть вот этот цветочек и вот, допустим, у беглипчика, то все-таки Лилас, но у него другое название на самом деле, он будет ярче. У него тоже серединка, видите, белая, как и губа такая беловатая. То есть вот эта часть белая и идет вот такой вот очень интересный лиловый цвет.
И вот мне эта орхидейка напомнила, вот этот беглипчик напомнил моего Лилоса. И вот мне так захотелось в пару книгу Бастика, но нет. Все-таки нет-нет, проигрывает беглипчик по расцветке моему красавцу Лилосу. Так, сейчас будем распаковывать вторую орхидейку. Давайте открою вторую. Вот здесь вот мне где-то там сомнение было в корешочках. Но продавец меня не разубедил и не сделал другого фото. Поэтому, может, там, конечно, все отсвечивало. Все-таки беглипчики это тоже такие привереды. Сорта привереды, потому что они тоже идут. Их специально вывели. Они идут. Губа-то у них какая, с защипом, да? То есть своего рода мутация тоже. Так, сейчас вытащим. Так-то все в пакетике, все аккуратненько запаковано. Так, в пакет запакован, и сама орхидейка еще в салфеточке. Сейчас, секунду. И вижу уже вот, чего боялась. Желтые листья. И причем, смотрите, в каком количестве по обе стороны. Ну, буду сейчас смотреть и буду писать, естественно, продавцу. Ну, что-то там не знаю, как он себя поведет. Перед тем, как... Нет, уже есть, честно, после того, как мне продавец отправил ракушечки. У нас в группе там девочка сбросила ссылку на неприятный отзыв насчет этого продавца. Ну, что вам сказать? Тут что-то. Да, вот корешочки. Веку сюда. Корешочки вот и на фото они выглядели не очень здоровыми. И вот что-то у нас пошло. Видите, с шеей. Да, тут черная гниль. Вот здесь. Сейчас. И вот они, отсушенные корни от шеи. Вот они, видите, пошли отсушка корней. Снимем листики и доберемся уже до вот момента. Ну вот. Страшно уже, боюсь вот заказывать цветы, если честно. Вот. Потому что происходят вот такие вот моменты. Сорт, видимо, тоже такой вредненький, как и беглипчики. Ой, тут мокрота вообще. Мокрая прям аж сочится. Ну, не знаю. Вот они. Корни. И вот. Вот он тоже пошел гнилой. И этот гнилой. Ну, в общем, буду, конечно, сейчас смотреть и разбираться, что тут с ним. На самом деле, очень красавец такой вот. Я его уже давно хотела. Как его только первый раз увидел. Фирма хорошая, декором. Посмотрите, какой радужный беглипчик. Девчонки просили показать. Потом говорят, как получишь его. Действительно, такой красавец. Он действительно симпатичный, девчонки. Вот такой вот прям.
симпатяга. Сейчас. Ну, вон, видите, что происходит. Вон. Тут еще и на бутонах был, но бутоны уже отсушил. А так вот. Красавец. Красавец. Жалко. Ну, сейчас буду писать Насте. Не знаю, откликнется она. И вот тут вот уже желтит. Вот посмотрите внимательно. Вот эта шея. Она уже имеет желтый оттенок. Я не знаю, передается или нет, но это действительно так. Ну вот, очередная посылка. Друзья мои, очередной беглипчик бедненький такой вот. Сейчас если сниму вот этот еще лист, который тут тоже шея желтит, останется два листика только сверху. И все. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть другого. Ну вот, такая распаковка. Напишу я вам, что ответит продавец, если вообще ответит, потому что неохотно он как-то общается, если честно. Поэтому, возможно, это конец истории. Возможно, будет продолжение. Буду держать вас в курсе. Дополню это видео чуть позже. Всем здоровья, счастья, красивых цветов и всех-всех благ. Пока-пока. Друзья, сразу после распаковки я написала продавцу. Она прочитала и сначала ничего не ответила. И на следующий день я повторила попытку связаться. Написала, что мы взрослые, цивилизованные люди. Давайте придем к какому-нибудь консенсусу. В принципе, тоже она мне ничего сначала не ответила. Просто скинула чек в 500 рублей. Я даже сначала не поняла, куда она это сбросила. Она сбросила самостоятельно, без моих реквизитов, по номеру телефона на карту ВТБ. Но этой картой я уже 100 лет в обед не пользуюсь, когда-то открывала, и как бы ее уже нет. Но это уже мои как бы проблемы. С одной стороны, пойду в банк и буду как-то ее заново восстанавливать. Ну вот, вот такая, в принципе, ситуация. Человек решил все-таки компенсировать это 500 рублей. Вот. Здесь шейка желтит, листик, смотрите, уже день прошел, еще больше желтит. Шея тоже еще больше желтит. Это тот старый цветонос в труху, видимо, через него пошла вот инфекция. В общем, вроде как бы и пошел продавец на контакт, а вроде как-то вот, знаете, о себе приходится постоянно напоминать. Ну, не знаю. Видите, ничего не делала, не поливала, ничего, потому что ждала какой-то реакции продавца. Сейчас, естественно, я ее буду аккуратненько фунгициде напою, но не знаю. Шейка мне не очень нравится, что тут происходит. Тут прям... В общем, вот есть как есть. Рассказываю все как есть. Все, друзья. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Покупать, не покупать, у каждого выбор свой. Я только рассказываю свою ситуацию, свой опыт, свою покупку у данного продавца. И ответную реакцию продавца.